Сейчас мы зашли в ресторан Кверети. В ближайшем ресторане, где должны были подаваться хинкали, это в ресторане Лагуна. К сожалению, их не оказалось. Даже в меню их не было. Поэтому мы выбрали более ближний ресторан, где будут хинкали. Сейчас ждем заказ. Тут подошел персонал ресторана и спросил, можно сразу кофе и лимонад? Я согласился, чтобы он принес сразу. Принесли кофе и лимонад Казбеги с крем-содой. И бокал, предназначенный вроде бы для вина, а мне для лимонада. Вообще красота в этом ресторане. Прям картинная галерея. Вообще темнота в углу. А тут то ли банкетный зал, то ли для персонала. Принесли тут хинкали с мясом. Самые настоящие грузинские. Хинкали соус сметанный. Хинкали были очень вкусные. Ресторан, в котором я ел хинкали, называется, вот он, Шато Кверети. Правда, он есть не на всех картах.